Мы поможем делом. Народная партия Алга. npdvk.kz Костанайский областной оргкомитет по созданию Народной партии Алга регулярно со своими проблемами обращается к жителям области. Часто колговцам идут люди, которые уже потеряли всякую надежду найти справедливость. Так в Костанайский оргкомитет обратилась инвалид по зрению первой группы и лидер профсоюзной организации Асия Ибрагимова, которая была уволена с работы с нарушением трудового законодательства. После того, как вы обратились в прокуратуру и в суды, вас остановили на работу? Да, меня восстановили на работу. Спасибо, конечно, вам, благодаря с вашей помощью. Хотя мне очень было трудно. Наш директор Байбусынов оказывал на меня большое давление, всячески воспрепятствовал, что я защищала интересы именно рабочих и именно инвалидов по зрению. Поэтому я неугодна стала на производстве и поэтому попала под увольнение. Вы, вот скажите, вы сейчас являетесь председателем первичной профсоюзной организации, да, в обществе слепых? Да, я и документально, значит, на собрание избрала меня председателем профсоюзного комитета и с 2008 года, с 30 апреля я была вновь избрана на дальнейший срок. Но также наш директор Байбусынов препятствует, создал свой новый правком. То есть пытается всячески вас выдавить? Да, всячески. Именно за то, что вы защищаете простых вот рабочих? Да. Права полностью. Костанайский оргкомитет оказал помощь Ибрагимову в подготовке и отправке обращений в прокуратуру Костанайской области, ДВД, финансовую полицию и департамент по контролю и социальной защите населения. На сегодняшний день оргкомитет продолжает отстаивать права инвалида и лидера профсоюзов Асии Ибрагимовой.